Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о парке Горького и общественном огороде «Зеленой школы». К нашему обсуждению присоединился заслуженный артист Российской Федерации Владимир Долинский. Добрый день, Владимир Абрамович. Здравствуйте. Расскажите, каким вы помните парк Горького, парк вашего детства? Я начну немножечко так образно скажу. Вы знаете, что мне кажется, что по парку культуры и отдыха имени Горького, ЦПКИО, можно вообще проследить развитие нашей страны и Москвы. То, что он менялся вместе с Москвой, вместе со страной. Я помню его, меня водили, ну, совсем там, 6-7-летним пацаненком. Это праздник был такой. Зоопарк и ЦПКИО, папа и мама. Я очень мало что помню. Я помню, что это только было очень красиво. И там были лодки и лебеди, и там было мороженое. Стояли тетечки, которые накладывали мороженое вот такими вот штучкой. И папа мне давал две вафельки посередине такое мороженое. Это были самые сладкие минуты. Я помню эту великолепную арку входа, вот это все было так, так по-взрослому, так серьезно, мне так это нравилось. Шли годы, и мы с пацанами лет в 16-17 начали ездить туда в шестигранник. Тогда не было ни караоке, дискотеки, не было ночных клубов, а был шестигранник, это танцплощадка, куда со всей Москвы съезжали, ну, пацаны и девчонки, понимаете, такие продвинутые, которые хотели подергаться, твист, буги-вуги, рок-н-ролл. Мы катались на лодке, брали на прокат лодку. Это было все очень красиво, здорово. Это было, это как будто вообще там в парке культуры и отдыха, как будто ты попадал на какую-то другую планету. Так было мало радости, понимаете ли. Кинотеатр, изредка можно было сходить в театр. И что еще? Там был нескучный сад. Если бы, я говорю, если бы скамейки и кусты могли рассказывать, они столько могли бы поведать человечеству о романах, начинающихся там, заканчивающихся там. Потом, что еще-то? А, потом я впервые туда привел свою дочку. Это было вот, ну, для нее это, видимо, было то же самое, что для меня, когда меня папа с мамой привели. Полине было тогда, наверное, годика 4-5. Как ей все это нравилось, как для нее это было все ново. А эти американские горки вот эти, а эти качели, качели какие-то, то есть карусели прекрасные. Это лодка, которая раскачивающая. Красиво, там всегда было очень красиво. Красивее, чем в любом другом месте в Москве, в любом другом парке. И вот я сейчас не так давно там был, конечно, все изменилось абсолютно. Это абсолютная такая, в самом лучшем смысле этого слова, Европа. Там сейчас не найдешь шашлычную, понимаете, в том плане, в котором мы это знали, что такое шашлычную, понимаете, с запахом. Там очень все по-европейски, в лучшем смысле этого слова. Великолепные европейские газоны, цветы, прекрасные модерновые кафешки, ресторанчики абсолютно европейского типа. Для моей дочери, которая тоже уже далеко не девочка, но ей, наверное, это интереснее, чем то мое